Привет всем, кто любит смотреть ролики из рубрики «За кадром». Из названия вы явно догадались, что этот ролик будет посвящен «Назад в будущее». Но перед тем, как я вам покажу некоторые фрагменты, не вошедшие в основной ролик, я хочу вам сказать про парня, который играл Марти Макфлая. Его зовут Илья Голубев. Он мой одногруппник по операторскому мастерству, и у него тоже есть свой канал. Только не думайте, что это проплаченная реклама, и я продался. В общем, он снимает квесты на Ютубе, они достаточно забавные и интересные, мне самому они очень нравятся. А главное, что они с моральным посылом. Я вам настоятельно рекомендую подписаться на его канал, посмотреть все его квесты, рассказать друзьям. Так вот, ссылочка на его канал будет в описании. А теперь переходим к невошедшим кадрам. Все, давай. Все, готов? Да. Давай, пишем. Я не желаю знать вашего имени. Док! Я не желаю знать ни... Это я, Марти! Не надо слушать. Испугайся. Давай. Испугайся. Да, что? Я знаю, что делать, давай. Что, лепить? Ну, давай. Она не лепится к мне. Ты... Давай еще попробуй. Не убей меня. Давай. Давай. Дима. Бой. Нет! Так! Давай. Итак, вы прибыли издалека? Да, да! Ничего не говорите? Нет, по вред. Итак, вы прибыли издалека? Да, да! Ничего не рассказывай. Давай. Итак, вы пришли... Еще раз. Ты Давай. Все, снимаешь? Да. Итак, вы пришли из молодежного общества поддержки береговой охраны, чтобы сесть... Давай. Итак, вы пришли из молодежного общества помощи и охране. Да. Да, давай. Что? Да. Боже, ты знаешь, что это значит? Что эта гребаная хуйня не работает, блядь! Переигрывай. Ну я не изобретал машину времени. Туда смотришь. Ну ты же тут. Ты такой, но и в угол смотришь, но на него. Да, 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 понял. Да. Подаешь. Давай. Ты что так устал?